Добрый день всем любителям военно-морского флота. Вы находитесь на канале Викхолд или на канале под веселым Роджером. Сегодня я хочу вам представить очень интересный бой на германском линейном крейсере Гнезенау или линкоре. Здесь как кому больше нравится, как кому больше подходит классификация этого корабля. Бой получился очень интересный по двум причинам. Во-первых, наша команда сыграла его из рук вон плохо, и этот бой имел все шансы стать абсолютным разгромом нашей команды. Но так получилось, что мне удалось выжить до конца боя и все-таки испортить концовку этого боя команде противников. Поэтому я вам решил его показать для того, чтобы кто-то, может быть, узнает себя в этом бою, кто-то, может быть, вспомнит свои бои, которые проходили примерно по похожему сценарию. Как правило, такого типа сражения бывают нечасто, но, наверное, бывают у всех. Итак, пока сейчас я пытаюсь исполнить роль плавучей зенитной батареи, поскольку у меня командир на Гнезенау абсолютно полностью заточен в ПВО, этот корабль в таком варианте имеет очень и очень мощную ПВО на своем уровне, и по сути все, что попадает в его ауру зенитную, просто падает. Но, к сожалению, здесь я не смог дотянуться до самолетов, которые атаковали наши корабли. Но ничего страшного, они еще к нам вернутся. Решила немного походить в районе точки С. Сюда перемещается несколько кораблей противника. Ну, в общем, такое начало небольшого замеса, традиционное для этой карты, для точки С. По самому кораблю. Почему нет исторической части? Ну, во-первых, у меня произошло очень знаменательное событие. В кои-то веки сгорела видеокарта у компьютера, и практически неделю я был без машины. В интернет я выходить мог, но играть, к сожалению, и писать видео не получалось на сгоревшей видеокарте. Поэтому я очень жестко выбился из графика. Я завтра уезжаю на очень большую рыбалку на 5 суток, и мне еще нужно успеть сделать 2 видео, включая это, для того, чтобы вам было что посмотреть к концу месяца. Поэтому длинных обзоров в этом месяце не будет. В следующем я посмотрю, постараюсь вас чем-нибудь порадовать. И да, почему нет исторической части по Гнезенау? По одной простой причине. Она очень похожа с его сестершипом Шарнхорстом, и по сути до того момента, когда Гнезенау ушел в вечный ремонт, который так и не начался, или правильнее сказать, так и не закончился, их по сути боевой путь был абсолютно идентичным, потому что корабли эти действовали в составе одного отряда всегда вместе. И здесь я немного пока не понял для самого себя, как же мне все-таки сделать историческую часть по этому кораблю, для того, чтобы она была интересная и не повторяла полностью историческую часть по Шарнхорсту. Ну и если вы смотрели мои ролики, фильмы, как я люблю их называть, по Шарнхорсту, я сделал 3 части, я не сделал еще 4-ю, как и обещал, которая будет финальная по этому кораблю. Поэтому все-таки сначала я бы хотел закончить с ним, а потом уже взяться за дядюшку Годфри. Ну и тем временем здесь мы пока крутимся в районе точки С, постреливаем. Как вы видите, мой сокомандник, играющий на авианосце Николай, благополучно утопил кагу противника. И вроде бы вот в таком варианте команда противника осталась без авианосца, но как бы ничего не предвещало беды. Воздух чист, работайте себе не хочу, но наши корабли сейчас начнут сыпаться просто как спелые орехи с дерева. Вот уже из 4 эсминцев 2 у нас нет. Ну, здесь немного вы видите, я подкашиваю самолеты, которые еще летают с потопленного авианосца. В общем, бой должен был оказаться абсолютно победным и разгромным. Но почему-то так не получается. Как я уже сказал, 2 эсминцев нет, приближается циклон. В общем, пока ничего хорошего не видно. И мы не захватили ни одной точки, потеряли уже 2. У противника начал идти счет. На этой карте очки капают довольно прилично. Я постреливаю по очень сильно поврежденному и горящему бисмарку. Скоро он тоже обратит на меня свое внимание. Ну, в общем, здесь пока нужно не то чтобы сейвиться, но и сильно не переатаковать, потому что можно не дожить до конца боя.
по самому кораблю Гнезенау. Низкий поклон тем разработчикам, которые решили сделать германскую артиллерию, назовем этим словом, немецки, или простым русским словом косой, хотя такого никогда не водилось за германским оружием. Ну, очевидно, это было сделано в угоду какого-то баланса или еще каких-то непонятных мне явлений, но попадать, конечно, с этого корабля – это что-то. Иногда он совершенно неожиданно вкладывает в цитадель, но по большей части оно все ложится красивыми всплесками с двух сторон вокруг корабля. Да, на максимальных настройках выглядит все это эффектно, красиво, можно сказать, по-настоящему, но радости это нам в бою не доставляет, потому что по вам-то попадают, как правило, особенно американские линкоры, очень хорошо и точно, ну а наши орудия стреляют куда-то. Поэтому точность главного калибра здесь, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Ходовые и маневренные характеристики, конечно, у него очень хорошие. Про ПВО я вам уже сказал, оно очень мощное и очень сильно убивающие самолеты, особенно 7 уровня. Сейчас увидите, пролетел большой залпик и зацепил наш нос. ПМК. Ну, ПМК оно есть, но на него упарываться не стоит. Потому что командир на Гнезенау должен быть, на мой взгляд, заточен в ПВО. И, кстати, в будущем, если вы потом думаете его пересадить на другой немецкий линкор, то для десятки, для Курфюрста он подойдет как нельзя лучше. Кстати, и десятку Курфюрст я тоже одно время пытался сделать из него ПМКшный корабль, но в итоге я понял, что это полнейшая глупость, и переточил его в ПВО. И как-то он стал и самолеты сбивать, и жить подольше сразу. Ну ладно, об этом как-нибудь в следующий раз. Да, все модули заточены только на ПВО, а именно первый модуль на сохранность противоминного калибра и зенитной артиллерии, и второй модуль тоже на ПВО. Кто-то скажет, ну а как же точность? Ну, понимаете, коллеги, улучшать точность все равно от этого особого эффекта не будет. Причем у меня вообще такое стойкое ощущение, что увеличение точности стрельбы, которое нам вроде бы дает модуль, который ставится во второй слот, на самом деле ее ухудшает. Ну, это мои субъективные впечатления, и этим модулем я не пользуюсь очень давно ни на одном линкоре. Ну и посмотрите, счет 4-3 пока как бы в нашу пользу, но мы проигрываем по точкам. Вот он становится 5-3, трех эсминцев у нас нет, последний оставшийся непонятно чем занят. В общем, бой начинает складываться, мягко говоря, не очень. Вы видите, как описывает линкор Гнезенау или линейный крейсер циркуляцию. Очень хорошо и быстро разворачивается. Конечно, есть торпедные аппараты, но для того, чтобы их реализовать, нужно, по крайней мере, немножко надломить хребет команде противника. И знать, что даже если вы где-то зарашите и погибнете, используя свои торпеды, это не приведет команду к поражению. Гнезенау противника мы здесь отогнали, благо недалеко находился худ, который есть довольно опасный противник для немецкого корабля, поскольку если вы смотрели мой фильм по Худу, я там рассказывал, что с него по немецким кораблям заходит даже белым опытом очень и очень серьезно. Калибр приличный 380 мм, поэтому покусать он Гнезенау может очень и очень сильно. Скорость хода у него примерно такая же, поэтому догнать и посадить на торпеды у вас его не получится. Ну и здесь я понял, что трех точек у нас нет. Кстати, тем временем ладьянг противника умудрился утопить Пенсаколу каким-то образом и добраться до нашего авианосца. Помочь я ему пока особо ничем не могу, потому что мне нужно сейчас сосредоточиться на захвате точек и перехватить хотя бы одну точку, иначе будет беда. К тому же я видел, что Николай заходит на Лоянг, ну а я знаю, если он уже взялся за эсминец, то это очень маловероятно, что эсминец уйдет из его цепких торпед или бомб. И так и получилось, Лоянг ушел, а я потихоньку продвигаюсь к точке. Про модули на Гнезенау я вам сказал, сохранность артиллерии мелкокалиберной и, конечно же, собственно, модуль на ПВО. Третий модуль, ну, это традиционно для всех, ставится
на живучесть, на борьбу с мелкими игровыми неприятностями, и четвертый модуль, естественно, рулевые машины. Вот так с помощью нашего авианосца ушел, не родившись, Колорадо, хотя вроде бы зашел он на точку довольно-довольно живенький. Где-то здесь рядом бежит Гейзенау, понятно, что он будет пускать по мне свои торпеды, я тоже хочу этим делом воспользоваться, но скажу заранее, мой торпедный пуск будет не очень удачным, никуда они не попадут, потому что я чуть-чуть поторопился, но это и не сильно важно. Здесь нам главнее согнать его с точки и захватить ее для того, чтобы, ну, хоть как-то подровнять положение. Навыки командира на этом корабле, ну, как бы я скажу так, заточены у меня только на атаку. Вы знаете, что я не люблю на линкорах заниматься игрой от сейва, от хилок, от ремонтов, поэтому все навыки у меня атакующие и, естественно, командир заточен в ПВО. Вот здесь аккуратненько мы проходим между торпедами, который пустил Гейзенау. Ну и в общем можно сказать, что на этом песенка немецкого линкора у противников спета. На точку я зашел, точки корабль согнали, а тем временем посмотрите на ушки команды. Можно было взять побольше упреждения, пустить торпеды, но тут как бы в пылу боя что получится. Одно хорошо, я захожу за остров и, как я и рассчитывал, Гейзенау с этого борта торпеды по мне прицельно сбросить не сможет. От нашей команды остается 4 корабля. Остается 4 корабля от команды противников. Вроде бы ситуация не настолько и плохая, как может показаться. Но на самом деле все очень и очень плохо, потому что очков по захвату базы у нас нет, как вы видите. Торпеды я сбросил не совсем удачно, не дотянулись они до Гейзенау, точнее прошли за кормой. И здесь я не очень удачно отвернул, ушел сильно глубоко вовнутрь точки. Надо было, конечно, немножко выходить вот в тот проливчик, который мы сейчас видим прямо на экране. Тогда я смог бы быстрее добраться до точки Б. Ну, почему-то в тот момент у меня получилось вот так. Да, навыки командира. Ну, в общем, самые обычные для атакующего линкора в моем варианте. Плюс, как я уже сказал, все заточено в ПВО. И в таком варианте получается очень и очень эффективная плавучая зенитная батарея. Точность орудий очень и очень рандомная. Поэтому иногда вы чего-то настреляете с главного калибра. Но, как правило, особо большого урона добиться не удается, особенно если вы попадаете в бой с девятками. Да, впрочем, и американские восьмерки, такие как Алабама или Северная Каролина, North Carolina, кусаются очень и очень тоже больно. Поэтому с ними нужно быть достаточно осторожными. Ну, от эсминцев уйти можно, от торпедных пусков можно отманеврировать, если у вас стоят рулевые машины. В общем, такой или быстроходный линкор, или, по сути, классический линейный крейсер, такие как британские Repulse и Renown, не слишком сильно бронированный, имеющий 6 орудий калибром 380 мм, вот, достаточно быстроходный, ну, конечно, чуть более современный, за счет этого имеющий лучшее бронирование. Тем временем мой сокомандный авианосец получает поддержку. Ну и вот эсминец противника его все-таки догнал и сейчас утопит. На горизонте ФУСО противника, и вы видите, нас остается по сути двое. Авианосец сейчас наш погибнет, остается Худ, остаюсь я, а у противника остается эсминец и ФУСО. Акацуки противника очень сильно поврежден, но, к сожалению, нашему авианосцу не удалось его добить совсем чуть-чуть. Мы здесь перехватываем точку. И вот в такой ситуации посмотрите на очки боя. Практически 900 на 300. Ситуация абсолютно патовая. Если бы выжил ФУСО, а ФУСО, конечно, не выживет, но в данном случае он мог это сделать, это был бы однозначно проигрыш. Ну а здесь, смотрите, Худ непонятно совершает маневр, и вместо того, чтобы резко пойти на захват точки А, он сейчас уткнется в берег. Тем временем ФУСО теряет боеспособность, и у меня уже появилась уверенность, что мы его заберем и чуть-чуть не дастся сбить очков. Нужно срочно наступить на точку А, для того, чтобы не тикали очки у противника, и посмотрите на время, оставшееся до конца боя. 4 минуты.
Что сделал бы нормальный эсминцевод в такой ситуации? Да просто нужно было разворачиваться и уходить в другой конец карты. Или, например, в сторону точки С, но тоже аккуратненько, чтобы не подсветиться. И все. Победа гарантированная в команде противников. Я эсминец не догоню, засветить эсминец нечем. Самолеты, которые остались нашего погибшего авианосца, скоро тоже упадут. Ну и видите, Худ успешно добивает Фусо. И все. Два линкора против одного эсминца, еще и эсминца инвизового японского. Что в этой ситуации делать? Первоначально у меня была мысль пойти наступить на точку А. Но я посмотрел на позицию Акацуки на карте, плюс я еще и засветился в данный момент. Я понял, что эсминец идет к нам. Тем более мы с Худом оба находимся у точки А. Кому-то по-любому нужно было на нее заходить. В общем, стало ясно, что даже если мы захватим точку А, мы не успеем по очкам уже догнать команду противников. У нас будет 3 точки, очки команды противника восстановятся. Но до нужного количества мы за 3 минуты добить не успеем. И я принял решение просто идти навстречу эсминцу, понадеясь на вдруг он засветится. И вдруг происходит. У эсминца включилась или жадность, или глупость. Он решил пустить торпеды по Худу. Худ от торпед благополучно увернулся. Ну что ж, я на быстроходном корабле, относительно быстроходном. И единственный у меня был шанс, что эсминец пойдет влево, попытается еще пустить торпеды по мне, потому что он как раз пошел за островок. Конечно, была вероятность, что он за островом развернется и пойдет обратно пускать торпеды по Худу. Ну, здесь, как говорится, вероятность 50 на 50, или ты угадал, или ты проиграл. Я снова засвечиваюсь, пока неизвестно, где эсминец, но, по крайней мере, точно я уже свечусь. Предварительно я специально перезарядился на фугасы. Почему фугасы, а не бронебойные? Потому что бронебойные, если упадут в воду рядом с эсминцем, они ему не нанесут урона, а фугас, упавший даже рядом в воду с эсминцем, урон наносит своими осколками. У эсминца, как я знаю, очень мало очков боеспособности, и вероятность того, что я его могу даже таким образом уничтожить, очень большая. Мой заблаговременно поднятый самолет засвечивает торпеды. Естественно, я от них уклоняюсь, или не естественно, а удачно. Ну и все. Я в постоянном засвете. Где этот эсминец, бес его знает, а вот он пошел за остров. Ну, опять непонятно, почему он идет вдоль карты, почему не развернуться и не убегать просто вниз. Честно говоря, я вот в этот момент не представляю, что команда противников писала своему эсминцу, который сейчас явно вел или мог вести бой к победе. Но вот такая ситуация, ну это, ну не знаю, нельзя ругаться, мне не разрешают ругаться разработчики в моих видео. Но после боя мы с товарищем очень живо обсуждали этот бой. В этот момент он мне говорил: да все, бой проиграли, пойдем сейчас отыгрываться в другой. Здесь, говорит, ничего не сделаем. Несмотря на то, что очки у команды остановились. И в этот момент я ему сказал, что бой мы выиграли. Мой залп и до свидания, эсминец, который просто провалил бой и просто слил победный бой своей команде. Вот такой у меня интересный получился бой на гнезде Нау. Не бог весь что настрелял, но сражаясь до последнего, до последней минуты и угадав направление, нам удалось вытащить бой. Итого вы сейчас видите показатели на экране с этого боя. Не сильно успешного и не сильно дамажного, но победного. И это очень хорошо. Историческая часть по гнезде Нау, как и более интересные бои на нем, у меня записаны, и я рано или поздно вам сделаю. Ну а пока на сегодня у меня все. Оставляйте ваши комментарии, подписывайтесь на наши каналы Викхолд или на канал под Веселым Роджером. До свидания, друзья, до новых встреч!